В Мытищи поступила вакцина «Эпивак Корона», вторая российская вакцина от коронавируса. Ее зарегистрировали осенью прошлого года. Данный образец не менее эффективный, чем предыдущие аналоги. Врачи отмечают лишь небольшие отличия. Так, повторная доза вводится раньше, уже через 2 недели. Кроме того, она подходит людям, страдающим хроническими заболеваниями. Прививаться данной вакциной могут пациенты от 18 и старше. Пока вакцина поступила в небольшом количестве, но ее объемы будут поступать регулярно. Всего в рамках прививочной кампании на сегодняшний день вакцинировались почти 16% мытищинцев, свыше 33,5 тысяч человек. Вторую прививку сделали почти 28 200 пациентов, более 11,5 тысяч люди старше 60.